место на дальнем круге, чтобы я видел, кто куда бежит и кто где стоит. Сбоку не видно. Клапан у всех есть, все остальное есть, чек. Разбегайтесь на рейндж в середине, уебите от хилов. Стойте РДД на дальнем круге, вы оттуда достаете. Геру. Вносим метки. Такой, съедите с центра левее куда-нибудь, пожалуйста. Пастырь, иди. На кого кидаешь щит земли? ДК. На Войда, да? Ну. Да, я тебя чуть не вижу, все в баф. Ну-ка, обнови. Че, будет из Мелизона? Вот. Да, блин, кружочек, крест, вынеси. Успел. Так, по две на вас есть, правильно? Все, один кружочек. Иди в круг. Сейчас кто умрет, вот реально рак. Да, вот кто сейчас сдохнет, это кит нахуй. Слышь, а чё у тебя с паладинами не так? Я каски пробафал, а клубов нихуя нет. Забирай дроид. Я назначал паладина на кулаки. Ну вот долбоёб, значит, на паладине с кулаками. Их крик, бафал. Крик на АП висит, нормально все. Все, не сбегаемся, дамажим босса. Там если хилы ему могут вынести, выносят. Стоим, бьем. Больше урона. И прохило. Откуда вообще этот шаман грозовый взялся? И блонди. Это пиздец, конечно. И барбака еще фармить надо. Вынести из мили. Он ловми. Мишка вынес в другую сторону. Ну, если вынес, то нормально. А как он ты их набрал? Ловми должен был вынести. А как ты их набрал? Он 246 шанс. Конечно, 5к дает. Ну, вот, глазовье. Понятно. А вот у вас было, есть просто... одна минута, чтобы добить босса? Забираю. Сова. Да, будет гниль. Беги. Т4 есть, но там смотри гимн на какую-то ситуацию.
ДЦ без маны. Плюю. Добивайте босса. Пожмите свои бурсты, бля. 10 секунд, они опять не добивают. Нажмите, у кого есть Bubble Town. Лишь через 5 секунд. Баблы паладина. Жмите. Ладно, добить. Ну это просто кто-то не сдох вот на первый раз. Поэтому сейчас добили. Это пиздец. Не, короче, понимаешь, мне люди пишут один этим левел. Я как бы их беру, а по итогу оказывается другая хуйня. Нет, они типа одевают шмотки. Мне типа... там Энх писал, он там 250 какой-то был. Или кто, шаман, ну короче, да. Обмен кому? Нет, Энх нормальный, мне шаман писал, он там был 250 какой-то. В итоге он 246-й. Так твой же рейд, чё? Ты просто возьми, да кикни нахуй. Осколок был, нет? Я не смотрел, сейчас. Не, не могу лутануть ничего, значит нет. Да, тут где-то ловушка, наверное. Ну вот эти вот, смотри, блонди, 6к, глазови, этот 5к. Танки, танки, вышли мобы, мобов ловите, в мобов. Да похуй на мобов, приморозь их к полу и все. Паладин, которого я имел неосторожность назвать долбоебом, я, конечно, извиняюсь, но половину... ХП босса мы сняли, и только потом ты пробафал кулаки. Если бы я не напомнил, мы бы сейчас хер добили бы этого. Короче, чё там по роллу, разроль с первых боссов? Подожди, давай гнилого посмотрим. Давай допьем, а то разойдутся. Гнилой легко убивается. Если вы будете слушать, что вам говорят люди в дискорде. Блять, ну тут-то сейчас затупить, это я хую знаю. Миша, нет, это же манекен. Просто это отбежать манекен. Надо будет на взрыве и все. Отбежать надо вовремя, не как попало и никогда захочется. Когда пройдет каст и когда полетят эти перемены, да. А не когда идет анонс. А чтобы они так отбежали, они должны слушать, когда отбегать им. Коварек, блять, шевели поршнями. Ёбаный в рот. Ты где там? Да с тухлым проблемы, потому что урона мало. Люди пишут одно, блять, они даже половину от своего урона дать не могут, который они пишут. Это вот знаешь, они на сурке гораздо, блять, а вот приходят, да, на того на гнили, и все, они обрыгиваются, нахуй. Тактику они знают, блять, да. Глазови, Синдай, Блонди, нахуй. Как вы попали в этот рейд? Они тебе писали, ты их взял, как они попали, блядь. Не, ну блондинка написал, типа, Енг 255, я думаю. Да ну нахуй вы обсуждаете, возьмите, докикните и доберите, ёпта, всё нахуй. Не, пускай бьют. Пускай бьют. О, если я остаюсь, вижу, кто 240, блядь, дает больше и них. Он ШП, он дает свои 8,5, он так написал. Все, кто ниже япончик-то, все вагон. Япончик, ты вообще ракал. Так, Мишка. Я же хуй, я ж на паладине. Мишка, иди на босса танчить, все на пулы на звезду. Да, прости, тоже ракал. Даю отсчет. Передвигайте за спину. Ну, хотя бы не долбоёб. Все под босса. Кроме хантов. Да ладно, япончик, я так прикалываюсь, ты не обижайся. Ещё заплачешь? Уже плачу. Редвард, блин. Благосоюзник. Я сейчас здесь из морали тащу. Да это хуйня какая-то, блин. Отличные новости, народ. Это знаешь, это похоже на Кару Герр. Как Мальдазар сыграл. Блять, как я хочу, чтобы на этом сервере играл канал. Это бы вообще взрыв был, блядь. В его лучшие годы.
Кто такой Каноп? Тупорел. Че, он анекдоты рассказал? Не. Ну, он хуесосил только по делу всегда. То есть, если ты не косячишь, он твой ник даже не произнесет. А, тут у нас такой юж, короче. Что, всех выговаривает ники? Тех, кто косячит или что? У нас тут пиво есть, знаешь такого? Я пью пиво. Ну это его жалкая пародия. Это пародия на Канобана. Просто он, блядь, такие коры мочил, это пиздец. Нет, я к тому, и вдруг ты можешь соскучился. Можешь с ним в рейд сходить и послушать его. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Я сам могу устроить в рейде такое. Ёщ. Слышь, долбоёб, открой глаза, тебя ебут, да? Ну, типа да. Ну это, блять, это так себе. Это когда траили синдру на F10 траил. И там челик в РК говорит: блять, мне завтра в школу надо. А тот кричит: надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Его неповторимым голосом, блядь. Так, приготовьтесь. Побежали, побежали, из центра ушли, из центра ушли, из центра ушли, из центра ушли. О, и все на лужу ушли! Лол. А чё ты ржёшь-то? Только твой коварек сдох. Читай нахуй. А чё мне так похуй на него? Все остальные забежали в лужу. Бомжи ебучие, блядь. Ну, бомж-коварек. Остальные захилили гемном. Он сдох, потому что на нем дебаф ещё был. Да похуй, все равно бомж. Просто все убежали, все убежали, все в лужу забежали, блядь. За хули, мы же на кранчики не смотрим. Тут кранчики такие есть. Нахуй. Признаюсь, я смотрел на стаки в этот момент. Я тоже смотрел. Боже, заебали ржать. Ой, блядь. Что, блядь, смешинка в рот попала. Кому интересно? Бля, срываю агро, пизда. Эти да ставил. Похуй, срывай. Могу скинуть ну, видео, нахуй. Где первого в жизни Лича 25 гер убила. С Канобой. Пацаны, вон там лужа льется, бегите вниз. Я надеюсь, второго взрыва у нас не будет, блядь. Посмотрим. 400. А сколько там уже? 4. Ну, будет, значит. Да похуй. Тут бирсы нету. Танка. Может какой-то милик вывести из слизня. Слизень 2000 урона наносит. Есть какой-то милик? Волтер, я знаю, ты умеешь. Новости, народ. Я починил трубы для подачи. Большой в центре появится, выведешь. Он появился, выводи. Вот, видите? Не будет взрыва. Ну, либо так. Не стоит сейчас не прохиливать. Да похуй, его можно было не прохиливать даже. Про богосоюзить его. Это знаешь, как в этом рейде можно зарохнуть? Просто осквернение наличия. Все сбежались, команду дать, и все. Зарохнуть, блядь. До лича-то не дойдет этот рейд никак. В этом рейде мы на трофея можем так зарохнуть, я ебу, блядь. Так, ладно, резните лока, я сейчас приду. Да он пишет, у него 2 ппс. У него, типа, свет дропнулся, вот, и всё. Сейчас я приду. Блядь. Ну, скорее всего. Да мы, блядь, с таким нахуй рейдом и профатом. Да как кто говорит про профа? Тут нам даже не дойдем. Да в смысле, мне мы его легко убьем. Мне вот сейчас, естественно, простите, Кивы, я ничего лишнего не имею. Но вот как интересно Вальку сейчас захиливать будем, весело будет? Какую Вальку? Ты на Вальку хочешь ходить? Но обычно пуги ходят на нее. Какие пуги? Да, так, пуги, пуги. Хорошо, пуги на Сирусе. Обычно ходят на Вальку. Мне кажется, урона не хватит на Вальку. Это те, которые в лужу забегают?
Я на лужи не забегала, не надо мне тут. Я посмотрела, что там сейчас краники. Сейчас будет лужа. У нас тут слизняки, их убить надо. По поводу Вальки, можно туда в портал ДДшку одного отправить, он будет выходить, у него дамаг будет повышенный. Но это, наверное, а вот это, будет. Издать. За этого большого моба дохуя дают опыта у этого репы? 5000. Агрить? Я тебя заагрю. Кусать буду. Как ты там Пету зовут? Тебя торт кусать будет. Вот. На кровь подходите, хули вы там стоите. А когда будет перекур? У нас все спортсмены, нас не курят. После рейда. Этот дебаф, блин. Ладно, кикаю, кто ФК. Ой. А что нажимать, нет или да? Неплохо. Нет, не кикать или да, не кикать. Подходим на кровь. Подходим на кровь. Да, того кик. Где бы я ж купала? Он цел у тебя, и ладно, ладно. Мы же не сделаем квест, да? Да, я взял. Вряд ли. Энрагу убьет всех. Спорим, сейчас сперки будут по. Не будут, я же на ханте сижу. Вы это квест если взяли. Вы решили сразу же запустить квест. Окей. А что, танков будут хилить? Или вроде? Да, у нас ДЦ вот пока на самом полезном трэше. Ты. У тебя ДЦ пока. Ты запускаешь квест. Зачем? Какой квест вы о чем? Не будет никакого квеста, забейте, блядь. Сейчас по диспелю. Какой квест? Какой квест? Ты чё стоит? Ты чё думаешь, что Ланатель убьётся? Ну, там же луж-то нету. Там есть просто какая-то хуйта, которая льётся. Которая, с которой нужно сбегать, никто не бежит. Да, в которую надо сбегать. Один разольёт, другой убежит тут. Все правильно. Я, кстати, вон термин, блин, на том месте скажу. Там такой хоп, и это сразу большой. Тортик, ты просто ничего не понимаешь. Надо сразу же в Ланатель сбежаться, разлить лужу. Там сразу же у всех ДПС поднимется и начинать делать. Ну да, баф уже, да, на базе. Вы понимали? Кто стоит в луже, баф уже. И вам плюс кролу еще даю. Да. Это новая механика Сируса. На форуме писали. На весь остальной лут. Так, а съебались тут? Все вниз, съебались со ступенек назад. Контролить будете, которые будут идти сюда вниз мобов. Будем бить тактика, на котором танк Агрон играет. Так, я лейтенанту дам контроль. А он идет. Все идут, съебитесь дальше вон за красный кружок. Вот бейте вот это. Вон мобы на ступеньках, контроль. Нормально. Бля, у меня стрелы закончились, что делать? Хуярик, бля, рука пашка. Рука не бей. Решил за артиллерии повторить. Ты как это? Я шучу, как... блядь, сука, нахуй. Половина этой стрелы, блядь. Ты должен быть как Риди. Ричард Бриди. Не, Артемия как-то на сжайне такая говорит. Да, да, стрел сделал. Только что его отпусти, он зажег у всех Андрея. Я эти стрелы, блядь, на год вперед, наверное, приготовил. Ну-ка подхильте. Такое ощущение, что если они хили по таргету, то у нас танк падает. Ну, конечно, падает. Посмотри, из полученного исцеления, блядь. Где ты наносишь карту 2? Смотрим, Войд Фрозен. Так,
Гефу первое место, цепное исцеление, волна исцеления. Ну, нормально хилит шаман, можно. А тут Полина в пуге, в пугорейде совсем другой. Арису, понять. Ты тут? Ты хил и... О, стомтил наконец. Что, контроль был или что? Черные ночи второе место. Первое место омоложения, второе покрытие цвет природы. Ну я стараюсь. На третьем месте Монтана. Тут для четвертого места не имеет смысла говорить. Второй шаман думает, нахуй танка хилить, пизду. Постою, посмотрю лучше, что происходит, да? Ты снимай на камеру. Ольт, помнишь, 32 секунды. Ты должен ну, жить сам на ДК. Он еще и сидит и думает, бля, что за назад, ебан на ДК? Назад, назад все ушли. Это будешь царя. Если тебе проще. О, Мак осознал свой косяк, блин. В ком ты боишься сорвать на 258 левеле, блин? Кого ты будешь срывать? Чуть не обрыгался, японец. Да не ссы, я прожал божественную защиту. Нормально. Проще не съел. Это бывает. Хотите, пацаны, я вам паровозик поставлю. Снимай на камеру. Лестница креста. Уйдите назад. Раз, не агри никого. Да никого не агрю. Никого не агрю, там один стоял моб, спокойно. Ох, сука. Кубав попресту дайте. Сейчас будет два тактика, значит. Одна метка моя, вторая Арису. Остальные мы все должны быть законтролены. Черепок мой тактик. Этого пидора выдели второго. Крестик будет твой, Арису. Готовьтесь к контролю. Пробуйте командира пульнуть, чтобы крестик не ставил. Задача просто набирать на крестике агро. Первый убиваем череп, потом крестик, потом все остальное. Я предлагаю вот этим рейдам пойти в ОПХМ. Там допуска нет, к сожалению, у них. Сейчас хули допуск сделаем. Лича убьем и Джайна убьем всех. Еще в РС входим. Остальные твои, мам, которые сейчас пойдут с контроля. Я думаю, то, что мы даже трёшь, что меня осилили. Ребят, мне на 2 минуты надо срочно опять еще. Ребят. Давай. Ну все, минус 3. Давайте тоже перекур устроим. Маленький. Спортсмен же не курим. Да и перекур не в плане покурить, а в блядь, смысле... скажи свой ник. Тоже. Не скажу, а то кликните. Я не кикну, обещаю. Не, обещаю. Мой личик ник. Не понял. Иди покури. Не понял. Блин, не личик, перекар. Что за подстава? Короче, иди, сука, обои сейчас кикнут, сука. Только, блядь, сегодня уходить. Чё, блядь? Все отойдёте, кикну нахуй. Одно тело кто? Ник свой скажи, кто хотел покурить. Бля, чё с мамой? А личик он сказал. Да это не я, вы. Я, короче, бею, отошёл. Короче, вылетите, блядь, без шмота. Без воли, без всей хуйни. Гей. Поднимаемся все наверх. Уже рослого ебашим в первую очередь. Не вот этого рыцаря боссного, а рослого. Не, надо забайтить, чтобы он на него кинул эту корону. Череп, блядь. О, теперь можно что-то. Забайтить. Не, он просто в себя кидает эту хуйню антимагию сразу, если его бить. Ты с... мобов разводишь просто. КДшки выйдут. Да. Ну давайте. Я не смотрела, но мне интересно. Два контроль. Пули они идут до сих пор, блядь. Я законтролил, а второй человек спит. Весь рейд контроль. Кули вот его второй танк не таунтит командир. Да так и должно ой. Быть. Ой, на танк нихуя не выпал, пули видишь.
резать. Глупые смертные. Думаю, двоих танчил. Одолели нас. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь Арису. Наши силы едины. Дайте кто-то пристабав. Мишка, прием. Алло, да. Шаришь двоих танчить как? Может, я лучше на сферах? Давай на сферах. У нас одного нету. Да. Короче, по сферам. Синдай и Дарк. Вы будете подбивать сферы, которые со стороны входа и слева смотреть. Вот тут, где будет Келестет. Коварик, ты на платформе и вот где правые ворота. Стоишь в этом углу. Понял, да? Просто только уточни, что не черные сферы, то начнется. Ну да, это кинетики, желтые. ШП где-то с левого входа. Хант посередине, сзади там. Лок справа. Молись. Какой-то один РДД может на платформу встать. Нервы, не? Нет. Вихри разбежались. Филан-то зачем бежите? Васьки, сука. Центр. Пирокарп, нахуй, ты вообще дурак или что, блин? Я ебёшь, нахуй. Не-не-не, я не за то, что сагрил, я бы скинул агро, просто в меня милики прибежали. Дайте ему БР кто-то, чёрную ночь. Ты, блядь, блинкуйся от таких миликов и кричи: милики, вы долбоёбы, нахуй. Так я блинканулся в других. Сета бьем точечно. Кто не умеет, мимо. Я бля, просто где смотрю, моя мана? Я просто смотрю в рекаунт, нахуй. Маг на первом и сдох, нахуй. Да он без таланта на агро, блядь. Че, ёбнутый, вы зачем темные ядра-то бьете? Милики съебались оттуда, долбоёбы, тупые. Глазлови. Не бей сферу, не бей. Глазлови, съебись. Сейчас на него метку дам, посмотрим. Блять, все съебитесь, кельцеты, нахуй. Алло, долбоебы, блять. Топните. Все нахуй. Вообще все, блять, кроме танка, нахуй. Да никто не бьет кельцеты. Кот съебался оттуда. Дурак, что ли? Бьем кинетики. Танк умер. Я пыталась его пропили. Короче, танчу, ебать. Дайте мне я сферу. Я стаунтил, тихо. Дайте мне сферы, блядь. Иду. Зачем а ты тебе его стоунтил? Тебе... Дай мне его назад, блядь. А уже не получится. Ну тогда резайте пока танка. Резайте, да. Резали танка. Дал ему баб. Имбецилы ебучие, сука. Никто к Келесету не подходите. Значит, сейчас Арису. Таунти Келесета. Я этих двух пидоров уведу. Келесета надо стаунтить. Увожу на платформу. Забираю сферки. Волтера еще определите, кто ресни. Кот, ресни Волтера. Ебаный ядро. Блять, ядро не убей. Так, забрал Келесета? Зачем ты ядра собираешь? Все нормально. Вихрь. Давайте Геру. Потом дамаг мне по шарам, блин, конете, нахуй. Я посмотрю, кто из вас нахуй шмот не получит. Сейчас вот это, которая с боссом. Желтые шары нахуй с неба падают, бьем. Вихрь. На Келесете таргет. Все РДД по желтым играем, просто по Келесету играем. Да, так я его срываю, блядь, пиздец. Значит, по сферам играй. Значит, я ханты, Нордлегион по Келесету понапуливай на танк. Можете мне сальв дать. Когда вы Геру отдали, вообще нахуй не понимаю. Ну, Волонара. Когда тут хуй пойми, что происходило. Да все равно урона нету ни туда, ни сюда, блять, ее хоть сдали, по-моему.
смена цели. А желтая хуйня. Все, Талдара мои ваши. Да вы че, ебать? А, это кот. Все это время другого, что ли, было? Должен быть. Должен быть. С ухода кинетика падает. Подобьет, как он пьет. Смена цели, Валанар. Кинетика на лестнице. Лок бьет. Нормально. Иди, сова, дамаешь просто. Я подъеду. Забирайся. Холодно, цель. Беседу не бейте. Килем падает кинетика. Два босса сейчас этих добивают. Они их уже должны добить. Чувальку не пойдем, да? Пойдем, почему? Думаю, залупа будет. Так просто полетает вместе с хилами, и ДПС у него подрастет так, так вот нормально. Будет выходить как раз. Катушечка. Кулипалы есть в рейде? Полка нет. Понечек, ты не туда смотришь. На выход нас смотреть. Я пишу, это сообщение тоже. Бля, мне, кстати, Лана нужна. Там щит падает. Это трейд. Лану не убьет. Ну, давай себе. Потом тогда допронесем нашими ребятами. Ну, если будут наши ребята, без вопросов. Если наши ребята такие вот. Попробовать можно сначала, типа, просто возьмет укус, потом, типа, своим могу раздать. А кому тут? Ну, магу можно дать укус, пока тут он... Ну, я заберу один. Не знаю, кому даже еще дать, какому-то ретрику может. Да вот, как бы там ни было, может. Тут ДПС такой, что нужно добивать уже с последних 40 секунд, хоть берсу давать рост на. А там люди... 16 укусов вот будет в рейде, это еще слава богу, если это все 16 ДД будут. Там нужно будет еще укусы передать, чтобы добивать. Они обосрутся, да. Не передобьют. Ну да, по-любому кто-то обосрется. А Вальку ты сейчас думаешь, он захилит? Ну я спрашиваю, хулипалы в рейде есть? Чем тихо не упал? Может, какого-то ретрика и шмот чисто полетает нахуй. Милики, лучше вихрь не ловите. Либо стан полководцу.
Сейчас Полину запрягем, а с вами друзья будет. Я уже один раз скилила, набрала 100 стаков, и это было так долго. На друиде это боль вообще. Ну там, может, интересно, ни шаман, ни паладин поле не могли это просилить, не поставили, потом уже после очередного вайпа меня друидом. Это самое, кто там десятку ДПС отдает, кто без КД в РС-25 оп. После вальки или перед валькой. Дарья распустится. РС обычка пойдем. Если желающие есть. У нас так-то час остался. Да. Так, давай, подожди, я не буду дальше трэш бить. Хилы. Шаманы 2. Вы умеете вальку хилить? Ты лучше спроси, они вообще были тут, нет? Рейд чат пишет. Не, я не буду вальку бить. Пизду. Нахуй это надо. Там просто, ну. Поехали, разрол. Эдвар, видишь, что я тебе написал личку? Ответь мне, пожалуйста. Ты, блядь, вовремя нахуй мне пишешь. Я ответил. Обмен за шмотом звездочки кидаем. Костя, роль. Зачем я имею Костя? А тебя не было, когда говорили, что осталось? Нет, меня не было. РС обычку там, желающие, остаемся время. Ну если вообще никому не надо, я бы забрал. А, вон, бар. А возможно ли такое, что будет допронос по этому КД? Допронос будет, только не пару, что с пугами. Вряд ли. Это типа, если допронос, это надо других людей набирать. Ахуй, Павловский. Поменять. Ну, минимум хотя бы хилов ты тебе должен поменять тут. Хилов обмен везде кидаем. Я говорила, что у меня дроид слабый. Так, подожди, Вару, зачем этот лук? Вообще без понятия. По нему нахуй надо, дай мне его. Это ПВПшный лук вообще. Вот вообще. Тебе надо. Ты обмен кинь. Итого 2 осколка, ну хоть что-то. Да там вар без вариантов, тебе этот лук нахуй не нужен. Мне кажется, сейчас кое-кто будет бомбить, если я с роли тренер. Обмен. Так, я тебя, Торчик, сразу в ЧС, короче. Во всех спектрах, в Дискорде, в игре, и всем, я тебя не знаю, не знаю, тихо. Так, подожди, шаман, ткань, зачем ты рулишь? Еще в ПМ каждый день буду написать. Да, пусть вперед, я уступлю. Паролю на кого-то волю за 5к. Так, у тебя брюлик 245 в плечах, нахуй тебе не надо эта ткань. Так, прист, ДЦшник. А я, Полин, шучу на самом деле. Выигрыш, выигрыш. Тебе прям. Эти плечи надо? ДЦшник. На ШП там или куда? Вот давай обмен. Потому что не анролить еще будут. Непонятно. Не было анролов лута. Обмен шама. Следующее кидали его. Обмен. Ну, успех бы. Ну, я уступлю, если кому-то надо. Это ролик, это тренер стрёмный, сразу говорю. Для вас.
Ну, вон, я могу уступить легко. Кеф можно было бы отдать эту триню, у него вторая вообще хуйня. Хотя, я бы даже поспорил, он, возможно, даже лучше. Чё, пастырю дать или чё? Ну ладно, давай второму паролу на чё. Давай пастырь тогда. Пастырь обмен. Вот это ленточка. Не, ленточка даже лучше этой будет, я думаю. Ну, СПД больше в счетах. Ну тут видишь, ленточка тоже СПД дает. И АУЕ хил. Обмен приз. В принципе, те же счеты. Пирокарп, ты все. Не-не-не, стоплю, столько. Так не кидай ролл, нахуй ты кидаешь. Ну, трансмог. Какой в пизду трансмог? Давай присту. Блять, приз, ты тут? Забагалось что-то у тебя. Хуя там шапка на трансмог, кому-то ведро надели на бушку. Обмен. Так, один жрец чернокнижник. 2-53 перерольте. Перерольте японец, добро. Сломалась, релогнись, приз. Добро, обмен. Да, релогайся. Штаны на ШП. Может, приз будет ролить? Ну... Релогается. Ну, он никто не ролил ему. Перч. Кольчугу. Они как будто куранули чего-то. Вот друид кидает ролл, хуй пойми. Да. Вон шаман выиграл. Те шаманы ДДшные, смысл. Мы не хилили. ГФД. Там кинешь присту штаны еще тогда. Медленно ага. Сказать. Помимо головы. Кольцо. Перч. О. О. Это да. Так, погодите, ты меня на кота рулишь? Да. Я отшел. Личик, ты на чё кидал? Кольцо у Роги. Так, перчи черной ночи обмен. Как ты так отдал? Я же выкинул больше. Ну ты посмотри, когда ты кинул ролл, и когда я отдал. Когда? Поздно кинул, когда я уже следующую шмотку линковал. Да, хил на ДД ролит. Перчи на ДЦ. Важно то, что я написал. Робот, ты отдашь кольцо, нет? Дарк, тебе на оф не нужны перчи? Я вон Роги жмыхарю дал. После того, как я ему отдал, уже твой ролл кинулся. Катушка. Прист обмен не дай. Не надо, капец, по-моему. Прист обмен дай. Друид, а зачем мне тебе сообщать ролли на кого я? Ну вот скажи. Фуловый этот спек Эрдру Черные ночи идет ролит на кота. Ну об да, этом, об этом РЛ знает, и помощник знает. Портал ставить, Дориан. Коварек обмен. Подожди, сейчас споролимся и сразу все съебемся. Ты сейчас съебешься нахуй и. Да не, я в смысле, может кому-то уже надо. Я-то постою, подожду.
Спасибо большое. Там вот эти две последние вроде шпаны. Нужно было шаману. Так, блондинка. Давайте две сразу отдам. На стенах. Ну и кожу вдогонку. Может быть 6к начнешь давать. Главное зачарь. О, ну погнали. Нет. Так, ну Ретрик сразу в пролете. Пирокар. Ретрик в пролете. Вон роги отдавай. Он, кстати, и по ДПС был нормально. Да, он и да, отдамажил хорошо. Трога честно играет. Паладин нахуй идет, потому что Ретрику не нужно это. Да, Ретрик одевает колбу. Продать можно. Так, все. Это самое. Желающие РС-обычку остаются в рейде. Остальные спасибо за рейд.